Куда ты будешь прыгать-то? Сюда, прыгай. Давай. Нет, я понимаю, конечно, что мы тут моржи и все такое. Но действительно, мне совсем не хочется. Я полтора месяца, а может быть уже два, не купался в море. Как-то уже я отвык. И оно, так сказать, холодное. Конечно, оно холодное. Градусов 10, не больше. Максим уже раздевается. Нам даже Алена вон решила присоединиться. Друзья, это мое рабочее место, вот здесь я сработаю, вот, вот в этой хижине я живу, вот здесь вот еще живет какой-то чувак, вот здесь у меня склад принадлежности, вот мне уже кричит мой спонтанный друг манифестор 4.2, я 5.1, в сумме у нас по 6, 6 плюс 6 12, это как шагов в программе АН, любимое число мое 13. Это как 6 плюс 7, два моих любимых числа. Это мой кот, черный уголек. Он загорает сегодня, и мы идем на Черное море. Где ты, манифестор? Он уже спрятался, он должен, возможно, взял с собой камеру, и мы сейчас будем снимать трек-ролик про этих моржей. Эй, морж! Он спрятался. Он пошел во вход. Вот он идет. Ну что, пойдем? Пойдем. Ты в джинсах? Че без это, без галстука? Почему без галстука? Да, ты пойдешь с нами? Купаться. Вот. Это чтобы никто из нас не слился, потому что мы оба не хотим. Купаться? Да я вообще об этом не думал и сейчас даже не думаю. Я вообще не хочу. И вообще. Ну, давай спросим. Февраль месяц. Вот как вы считаете? Здравствуйте. Здорово. Купаться. Купаться сейчас это вообще нормально? Это логично, как? Да вот какой нормальный человек сейчас пойдет купаться в море? Ну что, можно? Можно. Да для местных нельзя, потому что мы не привыкли о том с России, с Сибири. Они купаются и в январе тоже. А почему местным нельзя? Мы не привыкли к этому, мы не закаленные. А почему? У вас есть море, вы можете закаляться. Да. А почему? Поверьте, в этом летом я на море не купался вообще. Да, на вот на море уже полтора купается. Года я на источнике не был. Ну вот так вот. А что вы делаете такого, чего? Пойдем скорее. Можно загорать. Трава зеленая, февраль. Мне вот не особо интересно, если честно. Вот, спрашивать там, почему, что-то как. И мне больше интересно себя разбираться, себя понимать. Аленушка, ты куда это собралась? Я на море. Ты на море пошла? Да. Не замерзнешь? На море. Что так солнечно, что ты пошла на море даже? На море тепло. Пойдем на море. Правда зеленее, солнышко. Блестит. Друзья, это, ну, блин, я не знаю, конечно, соревноваться, потому что это реально тюменский морж, он там председатель клуба, он там манифестор там 4.2, там, а я всего лишь 5.1. Ну вот, и он сыроед, жирный, уже сколько, 5 лет, да? А я 5 дней на бич-пакетах, короче, вот. И сейчас посмотрим, какая разница все-таки на выносливость там, на смелость, да? Мы же договорились, мы не будем плавать очень долго. Ну да, я, если честно, захожу и выхожу. Я по-другому никогда и не делал. Вот я видел твое видео, как ты там сколько бассейнов, да, там сколько времени. Ну, вообще никогда так не делал. Ну, мне не холодно даже сейчас, мне хорошо. Вообще, Аленка будет нам сейчас контент поднимать. Да, Аленка? Есть Алена Бордовская, и в каждом этом пишут там типа сиськи наела, вообще все там. Можешь молчать, ничего не говорить. Вот так ей пишут. Мы снимаем. Да, что мы не снимаем, идем, делаем контент и не снимаем. Друзья, вот. Интересно получается, я снимаю тебя, а ты снимаешь себя. Себя, да? Не, ну я через себя тебя снимаю на самом деле. Как бы мы идем через эвкалиптовую рощу. Нынче здесь идет уборка. Кстати, друзья, вот я недавно был на той стройке, тоже видел, что там убираются.
Вот, ну и здесь у нас холодно. Бегают собаки, думают, у нас много хлеба. Вот оно, Черное море. Прозрачное, февральское, спокойное, слегка затянутое. Вот, я жирный, сейчас только что объелся. Вешу 83. Не, ну а что там, туда обратно? Давай не будем. Не, давай пойдем. Что, я побежал? Ты что, будешь в футболке плавать? Не, ну я на футболке бегу. Стой, стой. А у меня немного по-другому получается. Вот ты предложил, говоришь, пойдем искупаемся. Ну, я понимаю, что это будет здорово. Я говорю, пойдем. И все, и дальше мысли как бы не развиваю. Как это будет? Хочу я, не хочу это. Я просто иду, и когда, ну, вот я стою перед морем, я понимаю, что ну все, мне надо зайти. То есть я сделал выбор, и все. То есть я просто следую уже заданному маршруту без, да, без всяких сожалений там, ой, а что, а если, а можно было, а давайте по-другому как-то. О, мы стараемся загорать. Аленка в мурашках и деревяшках. Мне хочется бегать, я сейчас буду бегать. На самом деле не так холодно, как мы думали. Все, друзья, он убалтывал меня, короче. Я ему говорил, не выходи из моря. Не выходи, говорю. Потому что, как оно получается, когда ты плаваешь... Ну, короче, хотел убедить меня, ко всему человек привыкает, мол. Чем невозможно говорить, он перебивает постоянно. Мол, говорю, давай посидим здесь хорошо. Я ему рассказывал о том, что когда плаваешь в холодной воде, наступает такой момент, когда тело замерзает, и боль от холода, она отступает. И в один прекрасный момент становится, ну, как бы все равно, ну, холодно и холодно. И вот если не дождаться этого момента и выйти из воды, когда тебе неприятно, когда тебе все колет, жгет, и ты просто орешь там и думаешь, хочу домой, хочу домой, хочу под одеяло, то в следующий раз желания никакого не будет залазить в холодную воду. Потому что уже вот здесь, в мозгах уже, то что там холодно. А если это переждать, пересидеть, и когда уже так нормально, дождаться этого момента, выйти, в следующий раз ты уже будешь знать, ну, поболит, грубо говоря, и перестанет. Если практиковать это регулярно, где-то через день хотя бы, через два, может быть, то спустя пару недель, 2 недели, я думаю, будет достаточно, где-то около 10 раз
вода станет просто мокрой. Она не будет холодной вообще казаться. Какой бы она ни была, там, 10 градусов, 2 градуса, как в проруби. Но это при условии нахождения на живом питании. Организм быстро адаптируется и перестраивается. Друзья, ну вот мне стало холодно. Да, и чтобы почувствовать, насколько мне стало холодно, я залез на самое ветреное место, которое смог найти здесь. Вот, и оно оказалось над Аленкиной жопой. Вот, что ты меня фотоешь, да? А! Что мне сделать? Видишь, как будто я разговариваю по телефону вот так вот. Алло, кабан, перезвони.